Прокуратура Дагестана также выявила случаи незаконного содержания диких животных. Нарушение выявлено на территории рыбоводно-рекреационного комплекса «Янтарная», расположенного в городе Кизыл-Юрте. У владельца ИП отсутствовала необходимая документация, выдаваемая Министерством природных ресурсов и экологии Дагестана. Не были представлены ветеринарно-сопроводительные справки, сертификаты соответствия на корма. Кроме того, не велся журнал уборки вольеров и повседневных наблюдений за животными. В отношении владельца возбуждены дела об административных правонарушениях. Фактическое их устранение находится на контроле межрайонной прокуратуры.